могу похвастаться. Хотите, я похвастаюсь? А у меня есть совершенно замечательный муж, его зовут Юрий Гончаренко, и он всегда видит вперед. А вот, и он в прошлом году задумал, позапрошлым это было, позапрошлом году он задумал такое большое мероприятие, которое называется «Программа НСП в руках профессионалов», потому что он увидел, что у меня лично накоплено большое количество готовых таких вот схем, построенных на травах, на витаминных продуктах, на том же коэнзиме Q10, которые ну реально дают большую пользу людям. Но я, слава богу, не одна, ясное дело, огромное количество очень талантливых таких нутрициологов работает в наше время, потому что наше поколение – это первое поколение, которое фактически обратилось после длительного забвения, обратилось к мощи трав и биологически активных комплексов, и можем ими пользоваться. И вот меня окружают такие люди. И мы в этом, в прошлом году было мероприятие на 500 человек. Вот. И в этом году тоже 500 человек собралось на это большое глобальное мероприятие, и вы знаете, оно прошло с большим успехом. Именно на этих мероприятиях я транслирую то, что я хочу транслировать. Почему старости нет? И вот на этом мероприятии я рассказывала по поводу антиоксидантов. Как сделать так, чтобы свободные радикалы не раздирали наше тело на мелкие запчасти. Но я хочу действительно рассказать методику построения коллагена. Ну, смотрите, так как я очень много общаюсь с массажистами, остеопатами, людьми, которые занимаются, например, опущением женских половых органов, опущением поперечной оболочной кишки, опущением внутренних органов, ну то есть висцерологи, да, которые занимаются висцеральным массажем, то всегда задаешь вопрос, ну ладно, слабость связочного аппарата, он на экране у вас, это вообще норма, это патология? Конечно, это патология, но вроде бы болячка не назвать, и эффективных методов лечения нет. Поэтому наша задача делать профилактику, потому что каждый может рано или поздно прийти к такому состоянию, когда связочки не держат. Происходит опущение шейки матки, происходит опущение матки. Ну и, честно говоря, это очень снижает качество жизни женщины, да? Вот в принципе мы все немножечко переживаем, только не со мной. Вот это только не со мной, да? Еще есть какая проблема, связанная со слабостью соединительной ткани, а именно некачественным производством коллагена. Это, конечно же, варикозное расширение вен, и при этом варикозное расширение вен не только нижних конечностей, а в малом тазу. Понимаете? И, соответственно, этот клапанный аппарат страдает, потому что человек иногда не способен построить качественный коллаген. Ладно, а давайте посмотрим, ну это очень популярная тема, когда расходится диастаз называется. Огромное количество блогеров в интернете собирают бесконечное количество людей в группах, и в этих группах муссируется тема диастаза. Это когда девочка родила и никак не может вернуться к плоскому животу. Это вообще серьезная проблема. Да, в эстетическом плане архисерьезная проблема. Девочка, у которой все идеально, только животик подвисает, она думать ни о чем не может. Она хочет, чтобы живот опять стал плоским. Это потом она поймет, что это всего лишь одно проявление слабости соединительной ткани. Она не умеет делать коллаген. Так давайте мы сейчас интеллектуально это поймем, и мы всем этим людям сможем быть архиполезны. Не только своими волшебными ручками, но и всем и нутрициологическим сопровождением. Ну хорошо, давайте для начала поймем, что вообще такое соединительная ткань. Не буду вас мучить, но в целом знайте, что там есть, в ней живут фибробласты. Это клеточки, которые делают межклеточное вещество. Для чего гиалуроновую кислоту колят прям в лицо? Слушайте, кто проходил мезотерапию, сколько вы выдержали инъекций? Ну, много это сколько? Больше трех? Да, не больше. Восемь? Это вот никто не проходил мезотерапию. Вот это натуропатическая аудитория. Да ладно. Одна щека, где-то 60-80 инъекций. Вы что, вы реально не проходили никогда мезотерапию? Я тоже. Так вот, серьезно.
Так вот, вот эти клеточки, фибробласты, представьте, я сейчас вам покажу, я вас познакомлю сейчас с фибробластами, они такие кусечки, они делают гиалуроновую кислоту, они делают межклеточное пространство, в которых клетки живут как барыни, вот эти фибробласты. И наша задача, чтобы фибробласты делали качественное межклеточное пространство. Качественное — это молодое. Одна молекула гиалуроновой кислоты может на себя пригласить 500 молекул воды. Представляете, какая пышненькая будет дерма? Просто шикарно. Что еще они делают? Эти клетки делают волокна. Все хотят иметь коллаген молодого типа. Все хотят иметь коллаген молодого типа. И получается, лет до 25, ну может быть, до 35, может быть, 40, мы ходим по жизни, занимаемся карьерой, там еще чем-нибудь, выходим замуж, расходимся. Ну, в общем, и все равно мы красавицы, вообще не обращаем внимания на внешность, на здоровье. А после 35-40 мы уже, ну как бы, ухаживаем за собой, мы уже все делаем для себя, а как-то внешний вид желает лучшего и лучшего. Это смысл в чем? Наши фибробласты по каким-то причинам начинают хуже делать волокна, а это коллаген, белковое волокно. Коллаген – это белок, самый распространенный белок в организме человека. Кость – коллаген. Кожа – коллаген, хрящики – коллаген, связочки – коллаген. Понимаете, о чем я? Как это вездесущая вещь. Если мы научимся строить просто коллаген, мы сделаем кучу реставрационных работ в организме. Круто вообще. Ну и, конечно же, эластин. Все, про соединительную ткань рассказала, чем мы будем сегодня заниматься, это уже понятно. Посмотрите! Посмотрите на город с высоты самолета. Кто когда-то летал над ночными городами? Слушайте, это такая красота! Там видны все магистрали. По магистралям бегают машинки. Если вы уже достаточно низко спустились, вы видите даже эти машинки. Но представьте, что магистрали – это кровеносные сосуды, по которым бегают эритроцитики и так далее. И это вот так вот выглядит. Поэтому, миленькие, ну я понимаю, что не в этой аудитории отговаривать людей от мезотерапии. Классно, вы думаете, что мезотерапия – это 8 уточек. Продолжайте так же думать. Но просто есть девочки, которые раз в 6 месяцев нашпиговывают свою дерму фактически, нашпиговывают бешеным количеством инъекций, провоцируют фиброз. Фактически это как по вот такому городу пройтись установочкой грант. И посмотреть, как оно будет восстанавливаться. Понимаете? И в конечном итоге кожа превращается в кирзяк. И потом приходит владелец этой кожи к пластическому хирургу и говорит: ну, доктор, помогите мне. А доктор не может, потому что там уже соединительно-тканное просто, ну, вот, образование вместо живой дермы. Ну, хорошо. Давайте учиться строить коллаген. Первое, что я хочу вам сказать. Коллаген – это белок, а значит последовательность аминокислот. То есть представьте себе, да, Юра мне сказал, ничего не упрощай, потому что здесь куча специалистов, поэтому, конечно, я не буду упрощать. Берете себе поезд-товарняк, и каждый вагончик в этом товарнике – отдельная аминокислотка. Вот, но только посмотрите на структуру. Если бы у меня были длинные волосы, я бы заплела себе косичку, и это была бы, конечно, коллагеновая коса, такая коллагеновая коса. И посмотрите, глютамин и так далее, ну, в общем, последовательность аминокислот. То есть, если девочка сидит на салатиках, то она не только иммунитет не построит. Кто вчера слушал мою лекцию? Что-то запомнил? Запомнили, что нужно комплексные витамины использовать? Согласны? Все. Так вот, иммунитет не построишь, если сидишь на салатиках. И в том числе коллаген не построишь. Господа, коллаген не жизненно важный белок. Если вы экономите на суточной норме белка, то организм сделает что угодно. Антитела, ферменты, гормоны белковые. А кожа стоит как нищенка с протянутой рукой. Говорит: слушайте, но она же пьет косметический коллаген. Соответственно, все аминокислоты мои, она же коллаген пьет, кожа говорит, всем остальным органам. А остальные органы, ну в смысле, жизненно важные, головной мозг, сердце, печень, почки, говорят: да ну ладно, ты чё,
Сначала нам, потому что я головной мозг, я самый главный. А сердце говорит, когда головной мозг наестся мне, потому что я насос, я самое главное. А печень говорит, когда сердце наестся мне, я печень, биохимическая лаборатория, я самое главное. И так далее, пошла перекличка. А кожа говорит, а я тогда что? А ты, говорят они хором, не жизненно важный орган. Без связок, без ноги, без руки можно жить, а без сердца нельзя. Кожа говорит, так подождите, подождите, она ж пьет косметический коллаген. Кого достают клиенты, спрашивают, можно пить коллаген или нет? Слушайте, я уже это рассказывала 654 раза. Я уже это видео выложила на YouTube, я уже видео это выложила в Instagram, я уже это текстом написала, я уже в книгу это засунула. И все равно продолжаются вопросы. То есть это упрощение нашего мышления. То есть человек думает, если он выпил коллаген, то этот коллаген и непосредственно в кожу, причем в овал лица, понимаете, где проблема? А мы с вами умные люди, мы понимаем, мы съели коллаген, самый труднодоступный белок для допереваривания. Сейчас расскажу, почему самый труднодоступный. Мы съели этот коллаген. Наши ферменты говорят, фух, ну вы бы еще что-нибудь посложнее придумали. Но начинают работать ферменты и начинают расщеплять этот самый сложный для расщепления белок до чего? До аминокислот, потому что нужно же коровняк, поезд составить, да? И потом эти аминокислоты всасываются в кровоток и начинается борьба за аминокислоты. Я уже вам рассказывала, головной мозг, вот. И если всех уже накормили, вот тогда только кожа достанется, тогда только будет коллаген. Вы понимаете, какие конкурентные взаимоотношения в организме? Я бы не хотела жить в организме женщины, которая питается салатиками. Но я очень рада за свои клеточки, потому что я слежу за суточной нормой белка, и у меня клетки друг друга любят. Я так думаю, потому что всего всем хватает. Знаете, когда общество, как в Швейцарии, хотите расскажу, недавно были в Швейцарии, и нам рассказали такое, у них все решается через референдумы. Ну, в общем, швейцарцам говорят, слушайте, миленькие, у нас такой профицит в бюджете, не дефицит, а профицит, что давайте мы раз в год будем вам откладывать на ваши счета 2,5-3 тысячи евро. Ну, может быть, вы хотите сформировать подушку безопасности, может быть, вы хотите переобучение пройти, и вам нужно время, ну, когда у вас еще нет дохода, вот такое что-то. И задали этот вопрос в качестве референдума, ну, типа, делать это или не делать. На что народ ответил, да нет, спасибо, мы справляемся. Тратьте на государство. Адекватная реакция одна. Вот, давайте устроим Швейцарию внутри, когда клетки говорят, да нет, спасибо, мы справляемся. Делайте дороги, понимаете? Это я о коллагене на самом деле, хорошо. О, так вот, пожалуйста, не надо пить косметический коллаген. Ну вы же не знаете, как его измельчили. Если круто измельчили, а я знаю немного компаний, которые круто измельчают, например, компания NSP, мы были в этом году на производстве, и там нам представили коллаген производства NSP. Первый вопрос, который я задала, это у меня на автомате. До какой степени измельчен? На автомате ответ, да, аминокислот и олигопептидов. На автомате ответ. То есть, ну как бы... Да, но дойдет ли он к нам, что-то у меня большие сомнения. Но я вам должна сказать, что мы должны, еще раз повторяю, должны учиться брать белок из обычных продуктов питания. Потому что у вас семьи, у вас внуки, у вас дети, и вы должны их научить просто питаться с общего стола. На самом деле, если вы малоежка и понимаете, что вы не добираете суточную норму белка, ладно. У нас есть смарт-мил, после Олега я не могу ничего нового об этом сказать. У нас есть нутридер, у нас есть свободные аминокислоты. Только вы, пожалуйста, дайте 1 грамм на килограмм веса. Иначе в Швейцарии не видать. Понимаете? А в Швейцарии сначала в себе делаем, а потом и окружающие перестраиваются, что внутри, то снаружи. Вот. А если бы мужчина 1,2 грамма на килограмм веса? Я поняла, что эту тему по белковой обеспеченности организма мы сделаем в 2020 году, в ноябре. Какой это?
22-го. Все, у меня билет уже есть, я не знаю, как. Вот, и вы знаете, так все хорошо прошло, что Юра, это мой супруг, он решил в следующем году сделать мероприятие в два раза более масштабное. И уже снял зал и собрал предоплату даже на ноябрь следующего года. Так что 21-го, 20-го. Ноября 2020 года будет большое масштабное мероприятие программы НСП в руках профессионалов. Сейчас со скидкой продаются уже эти билеты. Сейчас мы их продаем, потом мы до лета уже не будем их продавать. И только с лета опять они пойдут в продажу. И вы можете сейчас по льготной цене себе эти билетики взять. Всех люблю, всех целую. До новых встреч. Пока-пока.